Очередной угон при весьма необычных обстоятельствах на днях раскрыли сотрудники первого отдела полиции Саранска. Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый 22-летний местный житель. По предварительным данным, 18 октября текущего года за подозреваемым, воспользовавшись услугами службы такси, к бане подъехала гражданская супруга. По дороге домой молодой человек приревновал девушку к водителю автомобиля. В результате в салоне между мужчинами возник конфликт. Чтобы разрешить ситуацию, таксист остановил машину, и все трое вышли на улицу. Однако неожиданно пассажир сел за руль и уехал в неизвестном направлении. О случившемся потерпевший сразу сообщил в полицию. Через несколько минут автомобиль вместе с нетрезвым угонщиком был задержан на одной из улиц Саранска. Ревнивого сожителя доставили в отдел полиции. Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал в полном объеме. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение транспортным средством. Расследование продолжается. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».